Привет, мои друзья, привет, мои хорошие. Я пакую вещи для переезда. Уже угол начинает заполняться, потихоньку заставляю. Ой, сколько у меня будет. У меня приехали родственники, вон машина стоит с прицепом. Вывозят то, что я не смогла продать. В принципе, я ничего не смогла продать, представляете? Никто ничего не покупает. Я выставила мебели на Авито, на сайте. Цены вполне приемлемые. Самое много стенка за 5000. Остальное все по мелочи. Но никто даже и не звонит. Нет, ну кое-что, конечно, такое мелкое, до 1000 рублей. У меня кое-что купили. Ну и все. Вот, ну что, избавляться все равно надо от мебели. Вот, я выставила объявление ВКонтакте, есть группа «Отдам бесплатно». Ну и что вы думаете? Меня закидали предложениями, что вот сейчас приедем, сейчас заберем. И причем я писала в объявлении, что у нас не работают лифты. С 10 этажа нужно мебель выносить. И тем не менее, бесплатно, да, люди бесплатно согласны забрать. Ну а что? Я подумала. Нет, зачем? Чужим людям отдавать бесплатно я что-то не намерена. Я позвонила своим родственникам, вот, которые не так далеко живут. Вот они приехали и теперь... Что могут, выносят. Конечно, все равно это тяжело тащить с 10 этажа без лифта. Причем лифты, скорее всего, еще не скоро включат. Где-то в конце октября, может быть, еще ноябрь. Ну, в общем, точно никто не знает. Получается, надо таскать по этажам. Ну вот и выносят. По большому счету, я уже как бы знаю, какая у меня будет квартира. И я уже так прикидываю, расставляю мебель, да, визуально так. И мне кажется, что у меня все-таки очень много еще вещей остается. Это ужас. У меня те вещи, которые я упаковала, ну просто в новую квартиру, наверное, не поместятся. Я еще приеду туда на место и еще там буду, наверное, перебирать и выбрасывать. Вот жалко, конечно, ну что такое? Вообще, наша семья переехала с места на место, ну, наверное, раз в 7. Потому что мы семья военнослужащего и очень много поменяли мест своей дислокации. Ну, в основном, конечно, по Казахстану и вот в Германию съездили. Из Германии мы вернулись снова в Казахстан. Вот. И после того, как начали делиться республики, муж перевелся сюда, в Екатеринбург. Я думаю, что вы посмотрели уже те видео, где я показывала, какие квартиры мне присылали на одобрение или не одобрение. Вот. Ну, сразу скажу, что из этих квартир у нас ничего не получилось. Ну, более подробно, может быть, я попозже расскажу. Вот, и мне уже как бы оформляют другую квартиру. Вот, она будет в новостройке, и сдача квартиры будет где-то март-апрель месяц. Ну, как говорится, война войной, обед по расписанию. Вечером я провожу время с семьей. Старшая дочь решила научить меня кататься на электросамокате. Мы вот немного покружили вот тут около центрального стадиона. Я поняла принцип работы, ну, более-менее так, да? И мы сейчас рванем с этого места по улице Крауля до самого конца к моему дому. Все, пока-пока, всем всего доброго.
где там третье поколение?